Всем привет, дорогие друзья, с вами я, тут мы продолжаем играть в мою кофейню. И, как я понимаю, сегодня у нас будет праздник большой и интересный. Посмотрим, что нам приготовили разработчики. Итак, мы отсутствовали 57 минут, полученные прибыли 140. Ну, на самом деле, не обращайте внимания, мы отсутствовали давно. Я периодически заходил, снимал там все, что нам полагается. И сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, алмазики я снял. И перед тем, как, собственно, рассказать вам о чем-то изменяющем реальность, я вам расскажу о прошедшем нашем фестивале, который я провел просто ужасно. И сейчас все расскажу. Как вы видите, у меня всего 9 алмазов осталось. Все алмазы я потратил на неудачное прохождение фестиваля. И сегодня я вас научу, как его не надо проходить. Давайте заберем перевод, получить, отправим новый, есть. И давайте смотреть, что у нас там по фестивалю. Так, окей, тут у нас идет переругивание членов клана. Ну, я надеюсь, что вы не переругаетесь и все будет дружно, хотя хотелось бы, конечно, немножко чуть более, чтобы были активными для того, чтобы мы получали больше призов. Итак, рассказываю вам свою историю. Так, подождите, у нас есть посетители, сейчас мы быстренько цены поднимем. Жадность, гномия, чувство, скилл встроенный, пассивка. Окей, понеслась. Давайте смотреть. У нас такая клевая заставочка идет. Как вы видите, закрыт у нас фестиваль. Сейчас посмотрим на результаты. В общем, несмотря на мою лень, как мэра города, мы все равно заняли первое место. И сейчас, соответственно, у нас 15710. Ваш городок занял первое место, призы помещены в сокровищницу. Вы перемещаетесь в лимонную лигу. Мы получили 125 бриллиантов, 75 рубинов, один розовый подарок. Значит, один, я не помню, короче, один такой. Все. Понеслась. И теперь, перед тем, как я буду распределять призы по нашему клану, я вам расскажу, что я сделал не так. Ну, собственно, мы сейчас сюда зайдем, и вы все увидите. Итак, я выполнил всего 6 заданий из 7, и какая у меня была история. Я начал брать задания, и я стал брать их совершенно по-кривому. Несмотря на те ресурсы, которые у меня есть, я взял первое задание, которое должно было мне принести 850 очков, ну, точнее, оно было по очереди вторым. И мне нужно было выполнить, ну, там, какую-то специю, два раза положить в еду, продать по телефону, типа того, и получить 850 очков. Все было бы хорошо и было бы отличное задание, только проблема заключалась в том, что у меня этой специи не было. И купить я ее не мог, потому что для этого нужен был VIP уровень. Более высокого уровня, чем у меня первый, а нужен третий. И мне, в общем, я сидел, ждал, что, может быть, выпадет какое-нибудь задание, брал дополнительные всякие задания на получение специй, да, на выполнение звонков, заказов по звонкам, но мне ничего не получалось. В общем, в конце концов, я решил сдать это задание. Для того, чтобы его сдать, нужно было заплатить 50 алмазов. Это были первые 50 алмазов, потраченные впустую. Но этого было мало. Потом я выполнил ряд заданий, и где-то шестым заданием выбрал задание с аналогичной фигней. Короче, половину я сделал, половину сделать не смог. Ну, в общем, вот такая вот история моя грустная. И, друзья, говорит она о том, что нужно обращать внимание на то, какие задания вы берете для того, чтобы не было таких проблем, как у меня. Иначе я бы мог бы, ну, там уж как минимум 7 заданий выполнить, а может быть даже и 8. Ну, немножко за алмазики. И мы были бы еще выше. Вот такая вот ситуация. Ну, на самом деле обидно, но поучительно. Еще здесь же я вам хочу сказать хороший совет, который дала наша опытная подруга Меланин. Поделись своим секретом, Меланин, как ты получаешь много кубков. Беру задание на подарки, я делаю сюжетный квест, в конце мне говорят, вот тебе 20 алмазов и золотой подарок. Я не нажимаю «Окей, благодарю», а закрываю диалог и оставляю его до фестиваля. Потом беру задание на нужный подарок и доделываю квест. Еще коплю билеты посетителей до выходных. И взяв задание на получение розового или голубого подарка, в зависимости от того, какой в рулетке, докручиваю до получения подарка.
Так что мои кубки тоже скоро будут, как у всех. Задания мои кончились. Вот так вот. Вот такой вот есть секрет. Так что, если кому-то помог, то пожалуйста. Ну, а теперь давайте перейдем к распределению подарков. Итак, на первом месте у нас, соответственно, Меланин. На втором у нас Жека Супанев. На третьем себя я исключаю из этой доблестной команды. У нас Марк Лавров. И, соответственно, у него получается третье место. Ну вот, к сожалению, Вася Попов пока у нас выбыл из этой гонки. Давайте мы сейчас вот что с вами сделаем. Перед тем, как мы будем распределять, мы зайдем в наши призы и откроем вот этот вот, вот эту полочку и посмотрим, может быть, сможем открыть следующую полочку. Не знаю, может быть, повезет. Давайте открываем. Здесь у нас все, что нужно, есть. Покупаем. Есть. Смотрим на следующую. На следующую нам нужны будут алмазики. И нам нужны будут, соответственно, деньги у нас есть. Деньги нам пока не нужны. И нужны будут кубки. Ну, здесь мы только сможем, опять же, разблокировать только в следующий раз. Потому что кубков у нас не хватает. Где-то 3100 кубков. Увы, ях. В принципе, можно было бы, наверное, взять алмазы и кинуть их в казну. Но я думаю, что мы распределим сейчас все это между нашими участниками. Они, если сочтут нужными, скинут ресурсы непосредственно к нам в казну. Итак, давайте смотреть. Ну, первое место понятно, да? Первое, второе, третье. Если, наверное, поровну мы распределим, это будет не совсем верно. Я так думаю, что, наверное, мы сделаем пропорционально как-то сделать, да, можно было бы. Я понимаю, что это, наверное, будет не совсем верно, но мы 50 кубков отдадим Меланин. Все, есть. Отдаем ей. Да. Дальше. Получается, 40 мы отдадим Жене Супаневу. Раз, два, три, четыре. Окей. И оставшиеся отдаем Марку. Я думаю, что это будет, ну, более-менее справедливо. Окей. Да. То же самое делаем с рубинчиками. Так, только их у нас, конечно, значительно меньше получается, да? 75. Давайте здесь мы сделаем следующим образом. 35 отдадим Меланин. Давай, 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 давай. Окей. Okay. 25 отдадим Жеке Супаневу. Окей. Okay. И 15 отдадим Марку. Да, все, есть. Ну, с призами распределили все, что мы могли распределить. Больше пока ничего не распределили. Остальное пока у нас копится с вами до лучших времен, друзья. Окей, пусть будет так. С этим мы закончили. Перешли с вами в следующую лигу. Да, то есть где у нас лиги-то можно посмотреть. Участвуйте в фестивалях. Тыры-пыры, тролли-вали. Вот, находимся с вами в лимонной лиге. Следующая лига будет карамельная, потом шоколадная, потом медовая и бриллиантовая. Ну, в общем, нам еще есть куда с вами расти и расти. Пока находимся в лимонне. Лимон я не особо люблю. Так иногда, может быть, с чайком побаловаться. Ну, в любом случае, мы уже две лиги с вами прошли. Самой начальной чайной лиги и молочную тоже проскочили. Теперь в лимонной будем рваться дальше в карамельную и так далее. Подниматься в самый-самый-самый вверх. Окей, друзья, здесь давайте мы тогда закончим. Больше мне вроде как здесь посмотреть нечего, чего интересненького у нас здесь есть. И мы с вами возвращаемся непосредственно к нам домой. Жду я вот этот вот Октоберфест, или как он здесь будет называться, Кофефест, или
Давайте посмотрим, точнее, CoffeeFest, да. Вот, организуйте грандиозный CoffeeFest. Посмотрим сейчас, что у нас здесь по спецпредложениям. Опять с CoffeeFest. Здесь у нас вообще, смотрите, спланируйте эпический CoffeeFest. Уже по-английски идет реклама. И специально какое-то предложение идет. Ну, в общем, понятно, платите нам денежки, и мы с вами чем-нибудь фиговым поделимся. Окей, друзья. Давайте смотреть, на чем мы с вами остановились. У нас же здесь много всяких сюжетных линий идет. И понеслась. Так, итак, с Биллом давайте разберемся. Билл, как там идея с камерами наблюдения? Он просит у нас чашку горячего шоколада с лимоном. Да, друзья, я забыл вам сказать самое важное. Пока я занимался всеми этими фигнями с алмазами, на которые я спустился с выполнением фестивальных заданий, я немножко прошел сюжетную линию. Я надеялся, что мне дадут приз какой-нибудь и там что-то выпадет. Я не очень далеко прошел, но, может быть, задание 5 там каких-нибудь маленьких шажков. И, в общем, случилось даже нечто невероятное. Наша новая подружка, я не знаю, кто она там, библиотекарша или нет, вот эта дама в очках, ее здесь сейчас нету, у нее убили мужа. То есть, если вы помните, вот она у нас идет, если вы помните, у них завязался типа роман с почтальоном, и вот тут вот выясняется, что ее муж погиб, и она теперь такая вдова. Я, честно говоря, не ожидал такого поворота события, такой игры, но вот такая штука есть. И я так понимаю, что нам придется все это дело каким-то образом раскрывать. Так, полицейским давайте мы пообщаемся, так он посидит. Никто с нами общаться не хочет, смотрите-ка. Хотят они какие-то выполнить задания. Давайте попробуем посмотреть. Так, сегодня я хочу пломбир с лепестками розы и сливками. Окей. Пломбир с лепестками розы и сливками. Что-то все они собрали. Сейчас мы быстренько все это сделаем. Смотрите, сколько у меня здесь еще подарков. Я все подарки, которые у меня были, но у меня были простые подарки, все я пооткрывал. И теперь их у меня здесь дофига. И сливки добавляем. Ой-ой-ой, не туда я попал. Вот, да что ж такое-то? Разве там кто-то есть? Так, как бы ее убрать оттуда? Нет, видимо, пока она не свалит оттуда, мы ничего не сделаем. Все, отлично. Есть. Давайте. Пломбир с лепестками. А я что? Я не тот пломбир выбрал. Блин, вот это да, я клубничное мороженое выбрал. Ну ладно, бывает. Из-за невнимательности. Вот ваш особенный заказ. Окей. Ушел. Я что-то не вижу, с кем можно пообщаться, честно говоря. Розовый чай. Да, розовых лепестков у нас навалом, поэтому мы вполне можем предоставить розовый чай. Вот ваш заказ. Отлично. И сейчас здесь тоже что-нибудь сделаем. Тоже розовый чай. Ну, не вопрос. Как скажете, чай так чай. Пусть пока наливается. Друзья, из техники за то время, сколько не было видео, что у меня появилось? У меня появился вот такой вот красненький холодильник. Да, когда мы набираем лед, будут у нас тоже бриллианты идти. И, по-моему, что-то еще появилось. Чего, я не знаю. Сейчас мы посмотрим. Может быть, мы можем еще что-то купить. Нет, больше ничего нету. Есть вот китайский фонарь. По идее, было бы неплохо его, наверное, купить. Но я, честно говоря, покупать его совершенно не хочу. Так, все, окей. Мы чай налили. И давайте розовым его сделаем и угостим нашего гостя розовым чаем для того, чтобы получить побольше денежек. Ой, я не туда попал. Есть. Опять пломбир с лепестками розы. Ну давайте. Что ж уж делать-то? Шоколады туда еще насыпал. Я, честно говоря, жду, когда кто-нибудь придет и даст нам какое-нибудь задание. Потому что просто так смотреть на все это совершенно неинтересно. Вот ваш особенный заказ. Окей. Но с нами никто говорить не хочет. Смотрите. Что будете заказывать? Не знаю, может быть, им поесть нужно? Ну ладно, пусть девчонки пока работают. У нас, в принципе, здесь есть еще кое-какие задания. Мы сейчас будем с вами выполнять их. К
Кстати, я уволил одного официанта и взял на его место бармена, да? У него вот такие вот... Так, нет, это Татьяна. Что-то я вам все обманул. Вот, сюда я хотел попасть. Здесь следующие навыки, соответственно, скорость и также оператор горячего шоколада. То есть он будет увеличивать производительность аппаратов по производству горячего шоколада. Там была, по-моему, просто скорость у человека. Ну, то есть фактически мы как бы еще один дополнительный скилл получили. Не знаю, насколько нам потребуется такой человек в нашем кафе. Ну, если поможет, хорошо. Не поможет, ну и хрен с ним. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Американо с женьшенем. Женьшени у нас, по-моему, нету, да. Кстати, это был один из тех ингредиентов, которые мне постоянно не хватает. И как раз его не хватало в производстве заданий во время фестиваля. Так, ну ладно, давайте еще кого-нибудь найдем, кто сможет нам что-нибудь сделать. Чизкейк с корицей и бадьяном. Да, давайте попробуем. Вроде бадьяна у нас был. Нет, бадьяна у нас тоже, к сожалению, нету. Так что обломись. Так, может быть, мы можем что-нибудь еще подгадывать, еще какие-нибудь вопросики или еще что-то сделать. Боюсь, что нет. И вообще все какое-то у нас секретное получается. Тоже бадьян хочет. Здесь тоже бадьян. Да что ж такое, вы на этом бадьяне помешались, что ли? Американо с женьшенем. Все, фактически мы больше ничего сделать не можем. Хороший у вас кафе. А, ладно, давайте пообщаемся тогда с Фернандо. Сейчас, смотрите, я убрал все лишнее. Остал только китайский стиль. И, собственно, когда я убрал все другие стили, у меня вот этот вот процент резко, ну не резко, но вырос, поднялся. И теперь 27. А я хочу довести до 50 для того, чтобы иметь возможность переодеть наших работниц в чистый вот такой вот китайский стиль. Но видите, здесь пишут, что не хватает 12,88% чаевых за китайский стиль. То есть нам нужно до 50% за китайский стиль довести, и тогда будет доступно вот такое вот кимоно. Кстати, наверняка там и штанишки такого же плана будут. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Эй, штанишки. Штанишки от кимоно должны быть. Смотрите, вот брюки. О, а брюки мы можем уже купить. Давайте купим. Интересно, они стиль нам повысят или нет? Так, давайте-ка сейчас мы с вами тогда посмотрим по поводу стиля. Еще раз, я просто забыл, какой процент, ну, чтобы понять, даст это прирост к стилю или не даст. Смотрим у Фернандо 27-12 и покупаем штанышки. Давайте-ка внешний вид поменяем. Есть, брючки купили. Давайте всем нашим официанткам выдадим такие брючки. Вот такая красота у нас получилась. Может быть, мы что-то еще можем купить в китайском стиле? Шапочка «Восход солнца». Ага, нужно еще набрать чаевых. Ну, я не знаю. По поводу шапочки что-то она как-то мне не особо нравится. Передник «Восход солнца». Вот, можем тоже передник купить. Смотрите, будет такой в китайском стиле. Давайте берем. Отлично. Ну и всем его одеваем. Надеть. Походу, брючки я не надел. Я не дал задание надеть брючки. Сейчас мы все-таки брючки поодеваем. Так, давай, на тебе брючки, надеть. Слушайте, они становятся все одинаковыми, и я теперь буду путаться, кто из них бариста, а кто из них просто официант. Ну ладно, я думаю, что мы как-то этот вопрос утрясем с вами. Ну вот еще кофтюльку осталось поменять, и шапочку можно еще будет одеть. Наверное, туфли можно еще будет. Ну-ка, смотрите, китайские туфли есть у нас. Тоже чуть-чуть чаевых не хватает, 2,88. Ну и давайте посмотрим по поводу изменения на китайский стиль. Так,
Нет, как было, так и осталось. 27-12. Ну и ладно, мне страшно. Зато будет вот такие у нас стильные официанты будут в китайском стиле. Все, окей. Здесь мы все сделали. Можно еще посмотреть официантов, которые сейчас у нас есть. Может быть, кто-то будет интересный. Но вот я что-то смотрю, какие-то вообще дешманские все особые навыки. Вот Милана, кстати, Милану мы уволили. Вот она здесь есть. И ее можно взять назад. Видите? Официант 5 уровня. Это вот бывший наш официант. И за 50 долларов его можно нанять. Это круто. Не знаю, сколько она здесь будет долго. Если кто знает, напишите, пожалуйста. Так, слушайте, ну у нас тупик. Давайте искать, что мы можем решить. Собственно, у нас все упирается в горячий шоколад Джиншенем. У Билла есть идеи, как получить информацию о людях, посещавших дом Эльзы в ночь убийства. Он просит приготовить ему горячий шоколад Джиншенем и лимоном. Друзья, ну, наверное, мы отложим тогда это посещение на следующий наш раз. Тут уж я даже не знаю, есть ли смысл делать нам что-то еще или нет. Приходите, еще будет много всего интересного. Всем пока-пока.